Несанкционированная свалка в московском районе грозит любителям помусорить огромным штрафом или даже исправительными работами на 2 года. Горы строительных и бытовых отходов обнаружили еще весной недалеко от аэропорта. Свозили мусор грузовиками. Пол гектара земли пришло в негодность. Установлено, что размер ущерба, причиненный почве как объекту охраны окружающей среды, превысил 1 миллион рублей. Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о порче земли. Расследование уголовного дела и устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.